цены. Цены тут очень недорогие. Можно взять омлет за 60 бат, под тай за 70 бат. Здесь это омлет. Рис с мясом, со свининой 50 бат, ну 120 рублей может быть. Рис со свининой, свежая свинина с лапшой, всякая вот лапша, пожалуйста. Готовые вот такие вот. Так, ну вот тут вот. Так, мы потратили 200 бат, папа уже съел паттай, я взяла себе паттай и еще вот такой вот рис со свининой и с курицей, с уткой и с утиными яйцами. Наверное, вкусно. Это, оказывается, бульон. Можно посолить, поперчить, тоже вкусно. И вон у нас там ребенок занят, тут девушки ходят, смотрят за ними. Так что очень удачно можно покушать всей семьей. Рекомендую.